Это Валда, этого нету. Хотя объявление пока висит. Он поднял на сотку Валдай. 1,9. Ман тот сейчас 2,7 стоит. 2,7 он сейчас этот ман хочет. Манипулятор. Но. Фронталы что-то тоже подорожали. Какие-то были вроде по 1,5. Что-то 2 стоили, 2,300. Ну, блин. У нас фронталы вообще они не имеют столько загруженности, сколько экскаватор-погрузчик. Продается за 700 сейчас этот русский, там, как там, как он там, ТО-18 или как он там называется. Не знаю, не помню. Он на той стороне, и он где-то сотку отсюда. Татрал надо будет. Там вот русский продается. Фуфломет. Вот, может бы его на зиму взять. Блин, что делает? Ты что дергаешься? Тут на что творит? Может быть его на зиму взять? Бы. Но его ремонтировать надо. Когда его ремонтировать? Ремонтировать-то его некогда. Он явно просит ремонта. И места, где его ремонтировать, нету. Он же большой, сволочь. А громадный. Вот хз, что делать. Ну а так по 1,5 есть там 1,7 XCMG. Но я спрашивал Макса, говорил, он говорит, да я у меня, говорит, кореш типа искал фронтал, все посмотрел, говорит, они все усосанные. Ну, понятное дело, что усосанные, но, блять, хотя бы насколько не усосанные. Ясное дело, но бэушная техника, она уставшая. Ну, кто будет продавать, блять, хороший, ну, скажите. Только кто, если у кого-то помер и остался от папы или дедушки, или уехал в другой регион, ну, там продается один 1,5, по-моему, хочет. Типа все хорошо, еще комплект колес даже дает. Типа хозяин уехал, оставил мне на продажу, чтобы я продал. Ну, черт знает, так-то. Вроде 1,5. Может быть и есть такие деньги, а зачем он нужен? Целесообразность непонятно, конечно. Хотя хер знает. Может дать объявление, и может вообще идти они на расхват, блин. В тендерах можно поиграться, попробовать на уборку снега тендер. Понимаете? Может быть, конечно, и нормально потянет. Что на газели делаешь? Что ты делаешь, блядь? Я еду 60, блядь. Он прям меня, блядь, чуть ли не подталкивает, нахуй. Сейчас все равно на повороте скинешь скорость. Потому что тебя будет закидывать. Главное левый поворотник, он едет за мной. Чего едет, блядь, за мной? Фига себе, у него мозг гудит, блядь. Дубль кабина с манипулятором. Мастера. Мертвый авторынок. Три контейнера было с магнитолами, вот они их увезли. А хули закрыты стояли год, наверное, или полгода. И вот еще два у них осталось. Так как нахуй почти. Я не знаю, по-моему, было 8 рублей за контейнер в месяц. Сейчас не знаю сколько. Ну вот смысл, 5 контейнеров стоят, полтос
грубо ты отдаешь в месяц за то, что они стоят здесь. У меня стоял контейнер, стоял года два, я заебался за него платить. Все некогда было заниматься, вывозить туда-сюда, каждый день копки, раскопки, вроде я 5000 платил, вроде бы как бы это херня, но меня так это все достало, блядь. Потом все-таки я его продал, освободил место, ну, из него, и нафиг. Он пустые. Здесь вот была точка, он продал. Там. Короче, жопа полная. Что там у тебя на железо встает, Джек, нет? Ай? Я пошел, он не достает все равно. Он метр, а у меня эта дырка метр же у нас. Две доски. Я просто смотрю, чтобы он стоял на этих. Не проломило нам пол. Вот и все, Да, блядь, мошкара заебала, в глаз попала, сука, конченая.
Проскакивает. Высоковато, когда с экскаватором. Руками ее приподнял, проблем нету никаких. Или нет, разветовка будет херовая, наверное. Сейчас посмотрим. Может, придется переезжать. Экскаваторного веса хватит, нет, ну, может быть, перевернет трал. Если так загонять ее вперед, а экскаватор сзади, то она тут стоит херово, блядь. Она будет так вот клевать, а вперед проезжать опасно, тогда вдруг складываться будешь, можно машину повредить. То есть вот это вот специально у меня укорочено, чтобы можно было сложиться 90 градусов, ну как 90 примерно, а то если поставить ближе, может фонарь разбить. Поэтому нихера, мне кажется, спереди ей не место. Только сзади ее ставить, и все. Что-то у меня такое подозрение. Ну, придется каждый раз заводить и спускать, блядь. Тоже неохота так делать. Ну, а что делать? Ничего не поделаешь. Что она вон стоит здесь, на краю, на болту. Палево конкретное. Зашивать надо. У меня тут раньше был вставной щит такой, доска. Но у меня сейчас ее нет уже. Так и она стоит здесь на этих. Не, нахер. Съезжаем, короче. Задний вход. И поехали. Да, хреново, что, блин. Экскаватор тяжелый. Места мало для нее и для экскаватора. А задом ее загонять, если она диффером будет упираться в эту херню. Так хорошо, что я защиту сделал, видите, вот. Это заебок, что защита есть. И вот что-то эта звездочка, что ли, проскакивает. Или хуй знает что. Ну что, собак? Или это гусеница проскакивает здесь, или звезда здесь скачет. Ни хера не могу понять. Ту-ту-ту-ту, такая хуйня. Скорее всего, гусеница ослаблена. Поэтому оно и щелкает. Ну, надеюсь, не коробка передач, блядь. Это может, блядь, быть и коробка передач тут
попи сделали ботинки. Попи сделали ботинки. Какой-то тут... Хер его знает, блядь, что это, блядь, такое. Делает, блядь. Надеюсь, это здесь делает. Блядь. Ну да, тут натяжки нету. Да, этот крайний не поставить. Этот крайний мне поставить, потому что места мало. Не, ее только если поперек ставить, проблем нет. Вот здесь ее поперек. Экскаватором поднять, поперек поставить. Я думаю, что так и надо будет ездить. Потому что, блядь, ну... Каждый раз ее сгонять, чтобы согнать экскаватор, тоже нет смысла. А я хочу так оставлять, как есть. Ну, по крайней мере, такая фантазия. Да, если сильно складываться, она может на кочках фонари разбить. То есть, когда складываешься на неровной поверхности, трал выше, например, или машина ниже, и они приближаются, очень это опасное занятие. Поэтому, скорее всего, придется брать ее экскаватором, ставить поперек, и потом экскаватор загонять. Ну, чтобы ее не каждый раз заставать. Но тоже оставлять ее здесь, на участке, ну, можно и без нее, конечно, ездить. Можно и без нее, но с ней лучше.